Ребят, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И в сегодняшнем видеоролике мы будем восстанавливать навыки вождения с моей ученицей Людмилой. Люда 10 лет назад закончила автошколу. Получилось так, что... Ну, не получилось, да, то есть забросила это дело. Но настал тот момент, когда она понимает, что без водительского удостоверения ей никуда. Поэтому мы восстанавливаем навыки, готовимся к сдаче экзамена ГАИ. Уже это не первое занятие, уже может быть пятое или шестое, но для 10-летнего перерыва это достаточно неплохо. Мы вспомнили повышение, понижение, передачу, уже перешли к выполнению каких-то маневров. Поэтому в этом ролике и повороты, и развороты представляем вашему вниманию, поэтому смотрите внимательно, задавайте ваши вопросы и учитесь вместе с нами. Держи дистанцию, либо притормозить немножко. Чепка тоже учится. Точно так же включай поворот, смотри зеркало. Хорошо. Тут можем просто тормозом, потому что мы на второй передаче, да? Где? Смотри, все пешеходов хорошо. Нету. Все, добавили газ, поехали потихоньку. И давай мы направо повернем. Показывай правый, как только полоса появилась. Смотри, зеркало сразу перестроили. Немножко газу тут добавляй, все-таки медленно, чуть-чуть надо быстрее. Вот так. То есть даже можно было после той искусственной неровности и третью включить передачу. Вот это проблема. Проблема, хочется мне... А потом на вторую опять. Так это же говорит о твоей уверенности в первую очередь, о том, что ты не боишься менять передачи, когда ты, ну, щелкаешь ими, как положено. Включай первую передачу. Хорошо, подводи немножко сцепление, сейчас загорится нам секция, и мы можно будет поехать. Подводи сцепление. Подними немножко его, подними. Я не заглохнусь. Не заглохнешь. Ставь ножку на газ справа. Вот так. Все, добавляй газ вдоль бордюра. Пешеходов нету? Сейчас будет, наверное. Одна будет. Все, и поехали. Крайний правый ряд. Газу. И вторая передача. Вторая. То есть вот так. Смотришь зеркалом. Видишь «Опель»? Да. Видишь, за ним есть «Тигуан», правильно? Тоже да. Едет в том ряду. Руки расслабь. Первую. Хорошо, теперь ножку на газ. Не спеши. Ну что? Что? Сейчас. Вот теперь поехали, да? Хорошо. И добавляем газ. Вторую. И разгоняй машину. Разгоняй. Давай третью. И едем прямо. Будем выполнять разворот на регулируемом перекрестке. Ну, сейчас надо перестроиться. Ну, можешь перестроиться чуть позже. Выключи поворот. Посмотри, это регулируемый перекресток. Да. Ну, разве? А если повнимательнее, выжми сцепление. Это регулируемый пешеходный переход. Угу. Давай первую. То есть здесь отсутствует знак приоритета. А то примыкание, вот, которое тебя смутило слева, оно вообще не имеет никакого отношения к этому светофору. Добавляй газку правой немножко. Добавляй. Хорошо. Едем.
спал как после этой ночи, Паша. Ничего страшного. И тихонечко притормозил. Хорошо, включи нейтралочку. Сцепление можешь пока отпустить. Главное сделаешь. Значит, когда нам зеленый загорится, да, кому мы обязаны будем уступить? Встречный. Встречный, и... да? И кому? Который оттуда. Оттуда кто там будет ехать? С левой стороны? Смотри, да, когда тебе зеленый загорается, да, то, скорее всего, зеленый твоим встречным машинам. Конечно. Точно. То есть, твоим встречным машинам. То есть, зеленый тебе, зеленый встречный. Это вероятнее всего. Слева и справа будет гореть красный. Да. И максимум вот оттуда, с правого ряда, может стрелка направо гореть. Понимаешь? Они должны уступить. Они должны уступить. Но... этот перекресток отрегулирован так, он даже без стрелки, да, что встречные машины начинают свое движение раньше, чем начинаешь ты. То есть они начинают налево и там прямо едут. Вот. То есть, когда загорается тебе зеленый, либо машинки впереди доезжают, либо они уже останавливаются. Это сделано потому, что здесь очень большая такая, ну, наплыв автомобилей. Понимаешь? Включая первую. И чтобы не было вот этого конфликта левого поворота, регулируют иногда без стрелки. То есть, включают светофоры по-разному. Видишь, у нас зеленый загорелся, да? Видишь? Поехали. Да. А там уже все проехали впереди. А мы разворачиваемся. А мы разворачиваемся и крутим. Крутим. Все. То есть может быть и такая ситуация. Ну, таких перекрестков всего процентов 10 ведь больше не будет. Чаще всего вторую. Чаще всего ты будешь всегда уступать. Видишь, у нас смещение ряда по знаку, да? Видишь, куда разметка тебя ведет? Да. Хорошо. Здесь лучше что сделать? Перестроиться, да? Правый поворот показали, зеркало посмотрели. Ага, и выключаем до перекрестка. Потому что у нас три полосы для движения. Хорошо, притормаживай. И меняй передачку. А, тут даже можешь нейтральную, да, видишь, с коляской. Женщина идет. Хорошо, первую. Это кто кому все? Нам, наверное. Не-не, мы тут не при делах. Вторую. Все. И поедем на регулируем перекрестки направо. А, ну пока слева. Да. Раньше знаки висели, потом их сняли. Зеленый горит, да? То есть ты уже знаешь, кому ты уступаешь. У меня главное, только прыгну пешеходом. Пешеходом, то есть ты, у тебя не главное, ты смотришь на светофор, да? Да, то есть знаки, да, у тебя, они второстепенные. Если бы светофор не работал, вот тогда бы мы знаками руководствовались. Вот так. Хорошо. И все верное решение, да, левый поворот. Только вот эту машинку, смотри, пропустишь, да? Это смотри, а справа перекресток уже, поэтому проще перекресток проехать, потому что это будет нарушением газа добавления. Да. И вот так перестроиться. То есть у нас все эти выезды, давай третью, это все перекрестки. Вот так, хорошо. Тяжко? Ну я перекрестка просто не еду. Ну увидишь, придет время, увидишь. Давай мы на обозначенном перекрестке разворот с тобой выполним. На обозначенном. Ну сейчас будет. Ага. Меняй на вторую, да? Хорошо. Обозначенный перекресток впереди. Знак видишь справа впереди? Да. Да. Включаем что? Поворот. И анализируем впереди ситуацию. Так, надо придумать. Так, вот это тут. Я не знаю. Меняй передачу на первую. То есть опять же ты будешь кому уступать? Встречным, да? Да. Есть встречная? Есть. Есть. Начинай движение. За ним есть кто-нибудь? Нет. Нет, начинай. Уже есть. Посмотри, он может направо поворачивать. Ты начни движение напрямую. Да, видишь, поворотик показал, заморгал. Все, и пошла крутить руль. Вот, учись анализировать. А эти тебе обязаны уступить. Если будешь медленно ехать, они начнут движение. И равняем машину.
Вот так никогда не делай. Как эта женщина сделала. То есть она видит учебную машину, видит, что учебная машина разворачивается в правый ряд, и все равно в наглую берет и едет, подрезая тебя, заставляя тебя тормозить. Вот. Создает аварийную ситуацию. Включаю поворот левый. Смотри машинку. Есть. Даст он тебе? Моргает, да? Дал проехать. Вот, хороший водитель, видишь? Вот, не все такие, да. Но только на экзамене так делать не надо, третью. То есть в жизни можно, а на экзамене аварийкой не моргаем. Угу. Потому что это без необходимости использования световых приборов. Ну, вот, например, если мне там будут тоже пропускать, то есть... Ну, ты просто можешь проехать, да. Все. Да, да, да. То есть... Ну и давай мы повернем с тобой налево на регулируемом перекрестке. Рановато включать у тебя разрыв. Я сейчас разрыв. Да. Налево, крайне левый ряд, все верно. Разметочка у тебя 1.7 слева, берись левее. Хорошо. Есть. И тут три полосы для движения. Что сделать надо? Правый, только бэху пропусти. Все, можешь голову через правое плечо повернуть. Все, выключили. Тут можешь просто тормозом притормозить. Посмотри по сторонам, никого нет? Mm-mm. Никого. Хорошо. И поедем на регулируемом перекрестке направо. То есть ты уже отсюда старайся. Если видишь, ну, зрение хорошее. Машины стоят, все верно. То есть ты правильно определила, перестраиваться некуда. Смотри знаки направления движения. Да, вижу. Вижу. Если этого ряда, могу повернуть могу направо. Могу повернуть направо. Хорошо, показывай правый поворот. И тут тоже вот очень часто притормаживай. Там разметочка будет 1.7, надо будет по ней повернуть, по этой разметочке. А, вот так вот. Притормози. Видишь разметка справа? Да, вижу, вижу. Она должна у тебя по правый борт остаться. То есть те, кто справа, вот, они в правый ряд, а ты во второй. Потому что здесь это один из маршрутов. Вот, и потому что очень часто ученики едут и не во вторую едут, а начинают в третью ехать, понимаешь? Включай первую, ну и могла ты не держать сцепление, когда на нейтрале стояла. То есть можно было отпустить его. Теперь уже включай первую. Сейчас загорится. Дублирующий видишь впереди? Видишь, да. Все, и поехали потихоньку. Ну, плюс ко всему тут кто у нас? Пешеходы будут, да? Едь, 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 чего ты боишься? Кто тебя стесняет? Выжимай сцепление. Берись правее. Прижимай тормоз потихоньку. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Все. Ну, если никого нету, смотри, нету. Нету. И вот твой второй ряд. Отпускай потихоньку сцепление, тебе газ тут не нужен. Вот так. Вот сюда. Разгоняешь. И вторая. Вторая. Все. Понятно, куда въехать? Понятно. Показывай поворот, не спеши. Не надо сцепление. Никого нету? Нет. Поехала левее. Угу. Тут смотри, пешеходиков. Так, я на второй. На второй, не спеши, все нормально. И мы на обозначенном перекрестке повернем налево. Налево, да. Потом. Начинаем притормаживать. Передачу меняй на пониженную. Хорошо. Видишь обозначенный перекресток? Ну, вон он, видишь, знак подпрятался у тебя уже в листе. Включай поворот левый. Хорошо. Что мы делаем? Налево. Значит, выезжаем к центру. Машину будешь встречную пропускать? Да. Да. Остановись. Включи первую передачу. Все. Подведи немножко сцепление. Поехали. Начинай движение. Там машина. Можно было успеть. Можно было успеть. И вот обрати внимание, с левой стороны знак висит. Видишь? В твоем направлении одна полоса для движения. А, да. Да. Там, правда, разметки потом не будет. Значит, пропустим всех и повернем. Вот там, видишь, с прицепом учебка последняя едет. То есть за ней можешь. А там еще одна появилась.
начинай движение. Начинай, ставь ножку на газ. Давай, 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 давай. Оп. Только мы налево много не крутишь, вот так. Газку добавляй. Вот она, да? Вторую. Хорошо. Переключение, да, не спешим. И смотри, здесь одна полоса была, да? Уже две. А сейчас появляется газу добавляет две. Тут пока разметки нету. Но вот нам кусок асфальта застелили, и он как ориентир. Выключай поворот. То есть вот это справа одна полоса, а вот это вторая. То есть вот где есть стык между двумя асфальтами, да, будем считать, что это наша разметка. Вот так и движемся, понятно? То есть и навстречу одна встречная полоса для движения. Добавляй газку. Хорошо. Ну и тут налево повернем. На регулируем перекрестки. Хорошо. Значит, поворачивать налево будем в какой ряд? Из левой в крайнюю левую. Из правой в крайнюю правую. То есть у нас требует именно так. Все, ждем. Вот сейчас с правой стороны, вот там с правой, да, видишь, с торца, зеленый горит. Видишь? Да. Вот он моргает, начнет, и ты можешь готовиться. То есть все это время ты могла постоять на нейтрале, отпустив сцепление, чтобы ножка отдохнула. Все, видишь, там и вот сейчас смена происходит. Видишь, 4 учебные машины стоят. 2 налево, 2 направо. Этот, смотри, будет поворачивать. Да, вроде поворот. Берегись левее за ним. Вот. Если он более опытный, он тебе траекторию поворота подскажет. Вот, смотришь, левый ряд. Еще левее. Ага, газу добавляешь, добавляешь. И вторую. Хорошо. И что сделать надо? Перестроиться. Перестроиться. Газу, все, пошел разгон. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Выключаем поворот. Газу добавляем. Газу. Больше, больше, больше. Все, все, все. Третью. Давай. Третью, конечно. Конечно. Дорога широкая. Тут разрешенная 60. Ну, хотя бы давай пока на 3. А можем и разогнать в горку. Четвертую включить. Еще больше. До 60. Еще разгоняй. Еще. Еще. Вот сейчас четвертую. Вот так. Все. И газу добавляй. Добавляй в горочку. Добавляй немножко. Ну и давай мы развернемся на регулируем перекрестки. Развернемся. Тормози, да, снижать скорость. Да. Хорошо. И нейтрально. Вот, но здесь ты уже знаешь, как разворачиваться, да? Да, плечиком. Плечиком за борозду. Да. Можно далеко на центр не выезжать. Кому уступать будем? Встречным. Встречным, хорошо. Ну, при развороте со встречными пересекаемся. А если бы поворачивали, мы пока повороты налево еще мало. Ну, то есть не делали, развороты делаем. А если бы был поворот налево, то еще при повороте налево, помимо встречных, кто вот со встречки направо поворачивает. Понимаешь? То есть не те, кто справа, а кто со встречки направо поворачивает. Поехали. Нету никого. И закручиваю. Смотри, там трактор аккуратно стоит. Пешеходом красный, не забываем, да? Хорошо. И вторую. Есть. Ну, неплохо. Как бы ты ни говорила, что сложно, но делаешь. Вроде делаешь. То есть за руль я не хватаюсь. Это уже радует. Постоянно, понимаешь, постоянное повторение. Раз, вот 50 сделаешь. Угу. А может и 150. Ну вот я раз. Даже, вот мы же неделю назад встречались. Да. Я уже, получается, вот пока неделю не ездила, уже, знаете, забывается. Кажется, мало времени прошло. И не травочек. Все же страшно. С
страшно? Ну, вот нет, так а ты не забыла, тебе просто страшно, наверное. Не знаю. Тебе просто страшно. Первую. Ты же не забыла технически-то, ты же села и поехала. Сколько там пешеходов моргает, можешь включать первую, да? Когда вот, например, я трогаюсь с первой, да, а потом я хочу на вторую. Вот именно вот надо, чтобы всегда было до двушки. Двушка, да? 2,5 где-то, то есть это, да. Ну, а если раньше, то есть это плохо, да? Ну, чтобы она не задергалась у тебя, можно и чуть-чуть раньше. То есть с горки можно и чуть-чуть раньше переключить на вторую. Она у тебя поедет и так, потому что она катится с горы, понимаешь, за счет силы инерции. Давай мы попробуем с тобой развернуться в первом разрешенном месте. Там где светофор. А посмотри внимательно. Какие знаки направления ты видишь? Поворот. Вон же с правой стороны белые стрелки на синем фоне. Справа вот они. Да, да, да. Но. А, туда уходит дорога. Да. То есть из левого и ряда разворот... нельзя, только прямо. Вот тебе команда, пожалуйста, такая. Понимаешь? То есть ты первым делом всегда должна в первую очередь проанализировать. То, что из левого ряда разворот, это понятно. Но ты должна еще посмотреть и подумать. И подумать. То есть в первом разрешенном месте команда. Понимаешь, разворот. Вот если дальше по направлению дороги смотреть, за остановкой есть знак. Место для разворота, да? С какой-то табличкой. Вот где-то там будет твое место. А если бы сказали, например, на регулируемом перекрестке, то надо было бы еще дальше ехать. Ясно? Включай первую. Все, разгоняем. И вторая. Хорошо. То есть перекресток проехали. Теперь можно что сделать? Перестроение. Перестраивайся. Хорошо. И вот через 150 метров место для разворота. Первую все верно. Ну, теперь уже анализируешь, смотришь. Ну, а тут мы нормально так разбираемся. Ну, ширины хватит, да. Мы просто можем в крайний правый там, например, заехать, если тебе самое главное встречные машины пропустить. Угу. Вот бусик, смотри, едет, после бусика никого. Начинай на прямых колесах движения. Начинай. С газком все. И пошла крутить. Ну и просто заводи ее в правый ряд. Он у тебя, ну, более безопасный, понимаешь, так сказать. То есть ты в него развернулась спокойно, газу набрала скорость. Вторая. Набрала дальше, газу добавила, добавила, добавила. Третья. И на и поехала на регулируемом направо. Ну, нам сейчас направо, да, но... У нас стрелка, все верно. Ты просто уже подъезжая посмотрела налево, никто не едет, не разворачивается, никого нету. И тихонечко пошла себе. Не спеши, рано после пешехода. И теперь левый поворот. Следующим регулируем перекрестки направо. Направо. Зеркало. Хорошо. Выключаем. Еще раз правый. Хорошо. Хорошо. Нейтрально.
включаю первую. Ну, если, да, желательно. Ну, там короткая дистанция, все верно. Но уже не успела, делай на первой. Выехала, потом вторую, ничего страшного. Но в идеале, конечно, да. То есть иногда же бывает у тебя шире дистанция, тогда ты успеваешь. Я и так не успеваю. Успеешь. Узкая или не узкая? Дело времени, успеешь. Видишь, за забором слева ничего не видно. Да. Ну, не спеши, первую включи, пешеходов пропустишь. Вот когда у тебя справа никого не будет, там начнешь выезжать. Вот видишь, там автобус едет, но он вдалеке, да? Да. Этот налево поворачивает. Да. Начинай движение потихоньку. Выезжай. Поехали. Давай. Автобус далеко. Хорошо. Газку добавляй. И второй. Пока на второй, видишь, mm-hmm. люди садятся, встречные машины едут. Да, ну, может быть, даже и уступить надо будет пешеходам. Простой. Меняю передачу. Mm-hmm. Чувствую, что я как-то иногда... Не довключаешь, смотри, да, на вторую знаю. И на первую. Да. Тогда на вторую и на первую. Все, а вот сейчас? Сейчас включила. Ставим ножку на газ. То есть бывает такое. Иногда, может, просто зажатое держишь сцепление постоянно. Просто синхронизатор в коробке не срабатывает. Давай вторую. И она это где-то у тебя может... Я не знаю, вот тоже, когда вот его отпускать иногда. У тебя же нормально получается. Ну, ты да, же нормально, ты же нормально трогаешься, не глохнешь. Она же у тебя не толкается. Значит, правильно все делаешь ногой. То есть ты до точки подвела, она у тебя немножко проехала, и потом отпускаешь дальше. Все нормально, если придержала, она не заглохнет. Притормаживай или притормаживай, выжимай. Меняй передачу на вторую. Давай сама. Вот так. Хорошо. И поехали. Прижмись ближе к бордюру. Помнишь, я показывал? Да, я помню. Ориентирчик. Мне кажется, вот так. Да, левее только чуть-чуть. Левее, левее. Вот так. Вот, вот оно, да. Да, да, все верно. И можешь еще, вот она уже чуть ушла. Можешь еще прыгать. Так, вот, хорошо, молодец. Расслабь руки. Видишь, синяя машина едет, да? Да. Все, держи просто ровно руль. И он возьмется правее. Вот вы разъехались с ним. А если страшно в такой ситуации, всегда можно остановиться. Угу. И пусть тот, кто опытнее, тот объедет. Понимаешь? Показывай правый поворот. Машина. Где? Ну, вон. А, это справа, которая. Да-да-да. Она паркуется. Сейчас посмотрим. Закручивай руль направо. А вот еще одна. Ого, включай задний ход, ничего страшного. Поехали назад. Варечку включим, давай. Еще чуть-чуть. О! Все? Вот так, да. Хорошо. Сейчас он выедет.
показывает правый поворот. Да там он не один, там их три целых. И потихоньку сейчас поедем. Подводи потихоньку сцепление. Поехали. Давай, помогай. Берись правее, к бордюру, ко мне сюда. Вот так. Хватит, хватит, смотришь. Все, и поехали. Там следующая едет. Добавь газку. Добавь, добавь, проедем пока на вторую. Вот так, хорошо. Едем прямо. Едем. Здесь мы видишь? Мы уступаем дорогу. Да, ну налево посмотри, едь потихонечку. Едь, 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 хорошо. Хорошо. Слева смотри, нету? Нету. Все, газку, поехали. Смелее, смелее, смелее. Левый поворот. Ага, выключили. Ну тут не левый, тут смотри, за белой машиной покажи правый. Правый, то что ты вернулась. Выключаешь. А теперь опять левый. Вот так будет правильнее всего. Все. И выравниваем. Он возьмется нормально все. Боже, там близко. Да. Куда? А вот где-нибудь сейчас припаркуемся тут. Выжимай сцепление и вот сюда закручивай налево. Старайся. Ножка на тормозе, на тормозе. Оп, хорошо. Ставь ровненько руль. Ровненько первую включи. Немножко проедь вперед. Хорошо. Проезжай чуть-чуть. Достаточно. Ставь нейтралочку и ручничок. Молодец. Свет выключай, машину глуши.